Сегодня в Югре пройдет онлайн-собрание для родителей. Его посвятят проведению государственной итоговой аттестации. Родители выпускников 9 и 11 классов смогут узнать о порядке проведения экзаменов, сроках и способах получения результатов, а также об апелляции. Специалисты расскажут, что можно и нельзя брать с собой на экзамены. К онлайн-трансляции родительского собрания можно подключиться с любого устройства. Ссылка на трансляцию сейчас на экране. Экзамены уже начались. 25 мая первое испытание прошли девятиклассники. Сегодня первый экзамен у выпускников 11 классов.